Сегодня разберем, как играть песню «Ранеток лети». Риф во вступлении. Играем от пятой струны, от седьмого лада. 7, 9, 10, 9, 7, 7, 9, 10, 9. Пятой струны 4 раза, потом 1 раз от четвертой струны то же самое, и потом снова 1 раз от пятой струны. Получится у тебя следующее. В куплете берешь в руки фантомный медиатор и ногтем указательного пальца играешь вниз 4 раза. Весь куплет при этом играется на одном аккорде ми минор. Ты просто его поставил и играешь правой рукой вот этот как бы бой 16 раз. А припев можно сыграть обычным боем шестерка. Вниз, вниз, вверх. Вверх, вниз, вверх. И вот как должен у тебя звучать припев. Кстати, подписывайся на мой аккаунт, на нем очень много разборов и полезного для тех, кто хочет научиться играть на гитаре.